77 лет Великой Победе исполняется в этом году. Бессмертный полк «Шествие в память о тех, кто подарил нам мирное небо» на Ямале пройдет в традиционном очном формате. В период пандемии акция проходила на просторах сети интернет. В День Победы новоуренгойцы снова выйдут на улицы с портретами своих родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну. На портале «Бессмертный полк России» продолжается и онлайн-акция. На официальном сайте можно внести имена своих героев в летопись, увековечить память о них. Юный корреспондент медиапроекта «Ямал-Клик» записала в полк своих прадедов. У меня есть два прадедушки: Баранов Иван Иванович и Горвард Константин Константинович. Однажды я листала альбом и увидела черно-белую фотографию. На ней был какой-то человек. Я спросила у своих родителей, кто это, и мне ответили, что это мой прадедушка, который прошел всю Великую Отечественную войну, получил орден Красной Звезды. Теперь я знаю о своем прадедушке. Я помню, я горжусь.